Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о выставке кошек и собак «Любимые друзья». Заберите собаку домой, и она вам подарит безграничную любовь и преданность. Воспитанные, привитые и ухоженные, все участники выставки хотят обрести ответственных и заботливых хозяев. 10 октября на Черемушкинском рынке прошла выставка собак и кошек под названием «Любимые друзья». В рамках выставки организатор фонд помощи животным «Дом» привез для пристройства в любящие семьи 26 собак и 10 кошек. Все желающие могли приехать и познакомиться с подопечными фонда. Главной задачей организаторы ставили не только устройство животных в добрые руки, но и просвещение в отношении содержания животных. Кстати, во время мероприятия несколько собак и кошек все же нашли своих хозяев. Миссия фонда помощи животным «Дом» – построить дом для животных, кто в нем нуждается, дать любовь, заботу и уход животным, которым этого не хватает. Мы действуем как некоммерческая организация и являемся официально зарегистрированными. У нас есть 4 официальных направления. Первое – строительство домов в регионах Российской Федерации. Мы надеемся, что с нашей помощью мы сможем построить приюты в городах России. Второе наше официальное направление – это дом в Тульской области. Мы помогаем частному приюту, который находится в Тульской области, но только наши приюты называются домами, потому что для нас очень важно бороться со стигмой в обществе, которая формируется уже очень многие годы. При слове «приют» многие люди считают, что там плохо, больно, грустно, печально. Мы же считаем, что в наших домах животные могут находиться долго, счастливо, в ожидании своей семьи. У них всегда есть корм, вода, забота и уход от наших сотрудников и высококвалифицированная помощь ветеринарных специалистов. Мы помогаем дому в Тульской области пристройством, стерилизацией, кастрацией и системной работой, налаживанием многих процессов. А также третье наше направление деятельности – это помощь кураторам и волонтерам. Частные кураторы и волонтеры не всегда имеют возможность собрать средства. По закону Российской Федерации собирать средства можно только на официальные реквизиты и запрещено категорически собирать на личные карты. Мы помогаем на данный момент кураторам и волонтерам с консультационной помощью, пристройством, организацией мероприятий, где они могут приехать, как сегодня, и взять своих животных, чтобы найти им дом и любящие семьи. Также наше четвертое направление деятельности – это просветительская деятельность. Мы помогаем населению с формированием гуманного отношения к бездомным животным. Нам очень важно, чтобы наше общество любило, оберегало животных, которым так это необходимо. Фонд помощи животным «Дом» имеет еще не такую большую долгую историю, но тем не менее за это время мы уже смогли пристроить животных в добрые руки. За этот год у нас нашло 6 животных дом. И также мы организовали выставку «Любимые друзья», которая проходит на территории Черемушкинского рынка сегодня, 10 октября. В рамках выставки все желающие могли сделать пожертвования фонду, а также принести и передать помощь в виде корма, игрушек, медикаментов, лежанок, ошейников и других аксессуаров для животных, послушать лекции зоопсихологов, потанцевать под живую музыку и принять участие в мастер-классах и аукционах для сбора средств на нужды подопечных фонда. Это животные из московских и подмосковных приютов, которые нуждаются в доме и любящих хозяев. Любой желающий сегодня может прийти и взять в добрые руки собаку или кошку. Нам очень важно, чтобы люди, которые приходят к нам на мероприятие, уходили от нас с положительными эмоциями и желательно с пушистым хвостиком. Этот год для фонда «Дом» первый, а значит, в будущем вы еще сможете посетить такое мероприятие. А у всех кошек и собак будет возможность обрести любящего хозяина. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.